Всем привет! Солим молодой чеснок. Вот только собранный, еще мягкий. Очищаем. Срезаем корни. И очищаем широко, до зубчиков. Их много, многослойный. Тоже отрезаем, вот так оставляем. Вот, зубчиков уже видно. Вот так очищаем все. Вот так все почистили. Теперь укладываем в банки. Теперь наполняем водой из-под крана. Холодной водой. Теперь оставляем на столе при комнатной температуре. И прикрываем. Вот так. Это первый день. Оставляем на сутки так. Вот сегодня же второй день. Теперь выливаем. Эту воду выливаем. Споласкиваем один раз. Вот так споласкнули. Наполняем опять холодной водой. И оставляем еще на одни сутки. Сегодня третий день. Опять сливаем эту воду. И наполняем опять холодной водой. Оставляем до завтра. А завтра будем уже солить. Сегодня четвертый день. Опять выливаем. Теперь готовим раствор. На литр воды добавляем 4 столовых ложек соли, вот такой, с горкой. Вот посмотрите, соль растворили. При таких пропорциях соли яйцо не должно утонуть. Вот посмотрите. Идеально. Да, сплыла. А в обычной воде посмотрите. Тонет. Угу. Так что на литр воды 4 столовые ложки с горкой. Это отличный вариант. Теперь закрываем крышкой. Далее храним в темном прохладном месте. Я кладу в кладовку на пол. Внизу всегда прохладнее. Вот. На балконе пока жара. Осень не перенесу туда.